В Великобритании тем временем началось досрочное освобождение более 1700 заключенных из-за переполненности тюрем. Они смогут выйти на свободу после отбывания 40% своего срока наказания. В октябре будут освобождены еще около 2000 человек. Это касается преступников, обвиненных в нарушениях, связанных с наркотиками и воровством. Осужденных за насильственные преступления выпускать не будут. Отмечу, число заключенных в тюрьмах Англии и Уэльса достигло рекордных показателей с 2011 года. Особенно после прошедшего в стране антимигрантских беспорядков. Сейчас в местах лишения свободы содержится около 89 тысяч человек. Кроме того, власти страны запустили механизм по отложенному рассмотрению дел. В рамках системы правонарушителей будут направлять в суд только при условии, что для них имеется свободное место в тюрьме. В противном случае они будут ожидать суда под стражей в полицейских участках.